Почтеннейшие леди и джентльмены, здравствуйте. Подставить правую, если ударили по левой, или все-таки добро должно быть с кулаками? Задайте себе этот вопрос, досмотрите этот ролик до конца и сделайте выводы. Евтушенко Евгений Александрович. Мне говорят, качая головой, ты подобрел бы, ты какой-то злой. Я добрый был, недолго это было. Меня ломала жизнь и в зубы била. Я жил, подобно глупому щенку. Ударят вновь, и я подставлял щеку. Хвост благодушья, чтобы злее я был. Одним ударом кто-то отрубил. И я вам расскажу сейчас о злости. О злости той, с которой ходят в гости. И разговоры чинные ведут. И щипчиками сахар в чай кладут. Когда вы предлагаете мне чаю, я не скучаю, я вас изучаю. Из блюдечка я чай смиренно пью и, когти пряча, руку подаю. И я вам расскажу еще о злости. Когда перед собранием шепчут «бросьте», вы молодой, и лучше вы пишите, а в драку лезть покамест не спешите, то я не уступаю ни черта. Быть злым к неправде — это доброта. Предупреждаю вас, я не излился. И знайте, я надолго разозлился. И нету во мне робости былой. И интересно жить, когда ты злой. Всем спасибо.